Я думаю, отдали вчера очень много сил, как бы, и сегодня мы уступали в движении по игре, по всей, наверное, в первом, втором, третьем периоде, поэтому нас переиграли. Ну, кто не доработал, разберем по приезду домой, там все будет известно. Я думаю, сейчас отдохнем и будем играть в активный хоккей, который у нас получается. Думаю, будем выигрывать. Ну, хороший матч получился сегодня. Хорошо, что добавили во втором периоде у нас. Забили свои голы. Ну и закончили матч до конца уверенно. Самое главное. И все. В первой встрече, мне кажется, не реализовали моменты свои. Соперник нас наказал за это. Где-то была расслаблена с небольшой мышью команды. Ну, вот так вышли, не готовы. Пропустили голы. Ну и на блитах команда соперника оказалась мастеровите нас. Выиграли матч. Будем играть только на победу. Надо первое место занимать. Выходить в плей-офф с первого места, чтобы потом было легче. Будем биться, будем работать.